Всех приветствую. Залез сегодня на крышу посмотреть, погонять. Хотел, чтобы спокойненько вышли. Вот, открыл им там дверь. Насыпал им немножко зерна. Но у них на сегодняшний день, как говорится, свои планы. Вылетели и поперли. Сейчас попробуем осадить. Я вот взял немножко зерна. Сейчас 1-2 спустится и все. Сильно много сыпать не буду, а то нажрутся. Ходите. Они боятся, первый раз меня видят на крыше. Так, те два пошли, это белый и красный. Красный уже кувыркается. Погодка сегодня вообще просто шик. А вот они. Эти выше и выше забираются. Не особо-то голодные, смотрю. Сегодня хорошие, конечно. Эти все дни было пасмурно, лил дождь, а крыша еще мокрая. Вчера вообще выпустил голубей, думаю, дай-ка подпугну. Ну так дождя не было. О, и пошли, и пошли. Кстати, брат и сестра одногнездки по акбашам. Я там показывал как-то черный акбаш и красная акбашка-голубочка. По ним все, никаких посиделок сегодня не будет. Ну ладно, что поснимаем. Те так и летают, и ввысь не идут, и не спускаются. Сегодня такой лайтовый. Там меня просили показать взрослых голубей. Ребят, я в самом начале сезона показывал взрослых голубей всех своих, как формировал пары. Не скажу, что все пары остались вот так, как я их и запланировал, но 95%, можно так сказать, осталось именно так, как я и планировал. Остальные там, ну, 2-3 пары перепаровались сами по себе. Я уже не стал ничего, потому что конец сезона, под конец сезона только начал птенцов брать, поэтому ничего не стал я там что-то крутить, их мутить. Думаю, ладно, споровались по любви, так и оставайтесь. Поэтому смысла нет мне всех показывать. Ну, сезон, когда завершится, может, времени будет побольше, делать нечего будет. Покажу все по мастям, выгоню, чтобы было более-менее понятно. Не просто так показал, а чтобы какую-то родословную рассказать. И самому иной раз вот так вот раз подзабыл, думаю, кто от кого там шел,
пересмотрел видео и вспомнил. О. Вот такие вот ребята. Не сидится им. Ладно, чё, летайте. Скоро все равно это, так скажем, подзакончится. Ну, не то, что закончится в этом году. Планирую погонять всю зиму. Что из этого получится, посмотрим. О, сиза хвост и пошел. Ух. Пошел на крышу, нет? И полетел. Троечка спустилась, ну пусть ходит, я их даже трогать не буду. Все, эти поперли там, слышу щелчки. Желтый не захотел идти. Красота. Вот там Акбашек задрался уже немножко так повыше. О. Вот он, самец. По злому голубю. Это внук злого голубя. Тут у меня пара одинаковых, они такие сизые продресью, так сказать. Красным каким-то краплением. Ну, короче, что только не было залито в этих голубях. Там в группе голубеводов, где в основном ребята занимаются бакинской птицей, была такая тема, нужен ли, не нужен ли стандарт на бакинскую птицу. Мне, конечно, вообще как бы не мне решать, но большинство вот ребят пришло к тому, что он не нужен. Может быть, они и правы. Там ребята привели примеры. Та птица, которая была стандартизирована, так сказать, под выставки, в итоге она перестала летать, и она начала держаться голубеводами только для выставок. А пока эта бакинская птица не стандартизирована, любителей у нее много, вся эта птица разная, и поэтому эта птица будет летать, гоняться, и в общем будет нас радовать. Честно говоря, я как бы в любом исходе, любой исход, как бы говорится, ну, для меня будет положительным. Любое движение в породе — это все-таки движение. Вот там ребята с Азербайджана, так сказать, хозяева породы, решат написать стандарт, значит, так и будет. В любом случае, для этого нужно не 2-3 человека, а несколько клубов. И чтобы все клубы пришли к согласию, пока этого нет, в ближайшие 500 лет этого не будет. Ну, хотя, вот сейчас новомодная широкохвостая птица. На нее, наверное, ну, я так думаю, напишут стандарт. Она все-таки уникальна. Я, ну, по крайней мере, я не знаю таких пород широкохвостых. Может, они и есть. Но я на просторе Ютуба, на просторе интернета не встречал. Есть какие-то широкохвостые голуби, но они немножко другого плана. Там многоперые,
также есть такие хвосты широкие, как лодочки такие. Я даже не помню пород этих, но не бойные, какие-то летные. Не все вышли. Сидят еще, чего-то ждут. Ну ладно. Как я и говорил, не буду их выганивать насильно. Сами вышли, полетели. Белый не хотел идти, но сам сегодня пошел. Лентяй был. Такой крупный голубь вышел. Не хотел, а сегодня сам пошел. Ну, давай, белохвостый акбашик. Вот этого мне нужно нагонять для материала. Вот он прилетел. Размяли немножко крылышки. Полета какого-то сумасшедшего не будет. Ладно, пока так понаблюдаю, если что, потом врубимся. Вот они начали спускаться, выходить. О, пуля черная. Еще поплет. Эти летают. Оп. Что-то я не заметил. Желтый сыграл, что ли? Дикарёнок такой вышел. Чили будет. Это акбашик. Голубочка будет хорошо. Уже начинает показывать. О, мраморная шейка. Вот мои акбаши в этом году дают вот таких вот мраморных шеек. Спокойно. Вот он, задрипыш пролетел. Так, ну ладно. Шугану я тогда, наверное, всех. Неплохо они сегодня так помотались. Я уже там за ними понаблюдал. Убрался, покормил. Племенной отсек. Вышел, тут несколько штучек еще болтается.
прекрасно. Ничего, некоторые уже начинают проявлять себя.